Трамп програв вибори. Україну чекають зміни. Зеленський вже готовий. Всі шоковані. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом. Слава Україні! Ну ви вот, знаєте, газета The Independent сьогодні сообщає. Харріс опережає Трампа в чотирьох ключових штатах. Серед них, значить, цей опрос, який був проведений газетою New York Times і С'єна Коледж. Я вам говорив якось, що всі ці опроси громадського міння, вони... начиная с 16 -го года на президентских выборах, они были, оказались несостоятельными. Но, тем не менее, значит, примерно, примерно можно ориентироваться на тенденции в широком плане, что там происходит в настроениях. И я обычно обращаю внимание на те, где присутствует где полстером является или колледж какой-нибудь, или университет. То есть это дает основание на большую, надеяться на большую объективность. Так вот, значит, опрос, проведенный Нью-Йорк Таймс и Сиена Колледж, показал, что Харрис опережает Трампа в Неваде, Северной Каролине, Висконсине и Джорджии. В Неваде у него самый большой отрыв на 3%. За нее 49, за Трампа 46%. В Северной Каролине, затем в Висконсине, Джорджии, там преимущество у нее 2%. Да, Трамп опережает из всех этих э, колеблющихся штатов. Он опережает Харрис только в одном Аризоне, где он набирает 49% против 45% у Харрис. Но все они, как вы заметили, все они находятся в, в рамках статистической погрешности. Поэтому, да, она опережает, но все может измениться, так, по большому счету. Теоретически, я имею в виду, можно измениться, поэтому мы находимся, будем осторожны в предсказаниях неминуемой там, победы Харриса и так далее. Но если из семи штатов показывают опросы, причем все практически опросы, э, за Харрис, все, про, против, кроме одного, то это уже, это уже тенденция. Это уже тенденция, которая свидетельствует о ее серьезном преимуществе. Ну и, надо сказать, реакция Трампа, его поведение, лично для меня является личным, лучшим свидетельством того, что он ожидает от своих собственных выборов. Как отмечается вот в этом же, в результатах этого опроса, который, или исследования, которое провел Нью-Йорк Таймс и Сиена Колледж, оба кандидата находятся примерно в равных, на равных позициях в штате Мичиган и Пенсильвания. Вот Пенсильвания сегодня там будет как массовая, так сказать, атака на этот штат для того, чтобы переменить, переломить ситуацию. То есть, да, все в пределах погрешностей, это говорит о отсутствии явного лидера, тем не менее, опрос, похоже, как пишут The Independence, растревожил лагерь Трампа. И компания Трампа выпустила пространную записку, которая обвинила организаторов этого опроса, газету New York Times, Сиена Колледж, в подавлении избирателей с помощью своего опроса. То есть то, что они в воскресенье опубликовали это, это подавление. И помните, я начал сегодняшний выпуск с, тем, что, с того, что китайцы тоже в воскресенье опубликовали результаты своего компьютерного моделирования, так широко они объявили <связано> на весь мир, и, согласно их исследованиям, должен был победить Трамп. Так вот, компания Трампа не обвинила китайцев в подавлении американских избирателей с помощью своего моделирования, а вот Нью-Йорк Таймс и Колледж получили. Ну и опять-таки, результаты, которые я вам сейчас рассказал, были приписаны женщинам и пожилым избирателям, которые в последнее время склоняются в сторону Харрис. Об этом, значит, сообщает издание, вернее, не издание, а информационное агентство Reuters. Сегодня, последний день предвыборной кампании, в Пенсильвании выступает Харрис. Она будет в Баллентауне, Питтсбурге, Филадельфии, где к ней присоединятся ряд известных лиц, включая Леди Гагу, Опру Инфри и Рики Мартина, известного певца из Пуэрто-Рико. Ну и я с удивлением узнал, что Джей Ло, Дженнифер Лопес, она тоже пуэрто-риканка. И выступая в Лас-Вегасе, она призвала голосовать за Камалу Харрис. Очень хорошая речь, очень грамотно с чувством и сознанием дела, произнесла Дженнифер Лопес, никогда не подозревал ее в политической какой-то активности, она сама сказала, что я лавер. То есть, главное мое чувство это любовь. Но тут я выйду занять позицию, потому что меня приписали к груди мусора, который плывет в океан. Вопрос, который, который меня беспокоил, и многих беспокоит Соединенные Штаты Америки, не начнется ли опять по результатам, по результатам выборов? Опять вот этот базар, опять грязная кампания нытья и оспаривания результатов выборов. Дело в том, что компания Трампа, видимо... Каким-то чудом предчувствуя, что он может проиграть. Загодя уже подготовила десятки, если не сотни судебных исков на всякий случай, с тем, чтобы, если он проигрывает, застопорить систему вот этим количеством судебных исков, и затянуть их до невозможности. Ну, то есть то, что ему не удалось сделать. В 2020 году он собирается повторить и сейчас. Я вот спрашивал у инсайдеров компании Харрис, что, что к этом, в этом плане, к чему они готовы. Меня заверили, что у компании Харрис на готове в полной боевой находятся сотни юристов, которые готовы приступить к тяжбе, судебной тяжбе, ожидается дополнительное массовое выбрасывание жалоб со стороны Трампа. Ну, поэтому, значит, лойеры или адвокаты с обеих сторон обогатятся не на шутку. Кто-кто для них эти выборы выльются в серьезное материальное приобретение. И, тем не менее, значит, эта угроза как бы так отметается. Вторая угроза. Это была, были серьезные данные есть серьезные опасения о том, что Трамп и его компания могут организовать массовые беспорядки, причем не только там, в Вашингтоне или в каком-нибудь одном городе, где якобы обнаружат какие-то махинации, фальсификации там, и так далее. Были подозрения, что такие массовые беспорядки могут быть организованы по нескольких, в нескольких городах, в нескольких штатах Соединенных Штатов Америки, ну, типа, чтобы чуть ли не парализовать страну. И такие попытки были в 2020 году, 6 января, но локально, в DC, еще более локально, в, и вокруг э, Конгресса США. Теперь, как мне сказали, нынешняя ситуация, она отлична от, того, от той ситуации, которая была в 2020 году. Тогда Трамп находился у власти. Когда он предпринимал попытки заручиться поддержкой, даже не заручиться, а поставить под свой контроль вооруженные силы США, чтобы в случае необходимости использовать их, что противозаконно, использовать их против собственного народа. На этот раз это не произойдет, потому что это демократы, которые находятся сейчас во власти, в Белом доме, и всего этого они не допустят. Они также не допустят использования национальной гвардии для попытки совершить государственный переворот или захватить, или осуществить силовой захват власти. То есть, все это обещано, как считается, на провал, результаты извратить или не признать результаты выборов. И в целом ожидается, что Харрис должна выиграть эти выборы. Некоторые говорят, что они будут выиграны с разгромным счетом Камалы Харрис. Почему? Опять-таки благодаря женщинам. Если вы помните, я впервые вам сказал, где-то это дело было недели три назад, это прогноз Майкла Мура, который правильно предсказывал результаты выборов 2016 года, 2020 года, вопреки... Вопреки господствующему мнению, тогда в стране. Затем он предсказал результаты правильно, опять-таки, вопреки господствующему мнению, промежуточных выборов 22 года, и вот в этом году он прогнозировал серьезное. То есть выигрыш, во-первых, победу Харрис, и во-вторых, во он предсказывал, что это будет очень существенное преимущество, и он возглавлял свою надежду на восстание женщин. Ну и вот, вот на настоящий момент, как и в дело, значит, Майкл сказал то, что реально сейчас, судя по всему, происходит. Затем, значит, к женщинам. Примкнули латинос и в целом иммигранты. Значит, женщины, как я вам сказал, выступают за право, как они формулируют это, самим распоряжаться своим телом, что в условиях демократии, ну, само собой разумеющееся, право, право каждой женщины, я вообще не представляю, как, 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 как вообще серьезно можно рассуждать в демократическом государстве в 21 веке историю, когда какой-то, ну, бог знает кто, да, обалдуй в палате представителей, в конгрессе или в Белом доме, будет конкретной мэри или Сьюзи говорить, что она может делать со своим телом, может она просто делать или не может, но это дикость какая-то, это, это, это первый шаг к авторитарному государству, так по большому счету. Затем латинос-португальцы, они ответят, ответят за то оскорбление, которое им нанесли. Мигранты ответят в зависимости от того, какую они, как они оценивают э, позицию следующей администрации, ну, в частности, мы о Трампе говорим, как они оценивают позицию, возможно, вероятную Трампа в отношении их исторических родин, да? то ли это Ближний Восток, что на более сейчас актуально, Там Иран, допустим, ну и, наконец-то, агрессии России против Украины, это вопрос, который больше всего волнует. Нагадаемо вам свитанок над Вашингтоном. У самому серці американської столиці біля капітолію група українських ветеранів готується до забігу. Усі вони були поранені під час війни. Багато хто втратив кінцівки, дехто з них сидить на траві національної алеї, прилаштовуючи свої протези. Одягнені у синьо-жовті кольори, чоловіки готуються пробігти 10-відсоткову дистанцію, аби привернути увагу до війни в Україні і до того, наскільки важливою є американська допомога. 26-річний Дмитро Каменщик підправляє свою футболку, на якій чорно-білий портрет його батька Віктора. Він загинув, воюючи на Донеччині внаслідок російського удару. Це сталося сім місяців тому. За півроку до цього Дмитро був поранений, коли керував дроном біля Бахмута. Втратив ліву руку на правій залишилось кілька понівечених пальців. Він також має протез одного ока. Одна з головних причин, чому я тут. Вшанувати пам'ять мого загиблого батька, щоб він бачив, що всі його зусилля не були марними, каже Дмитро. У Філадельфії, за 190 кілометрів на північний схід від Вашингтона, близько ста активістів з синьо жовтими прапорами зібралася на сходах, що стали упізнаваними завдяки фільму Роккі. Питання, які стоять на кону для України, екзистенційні, каже Мері Калина, організаторка демонстрації. Це місто у ключовому хиткому штаті цих виборів Пенсильванії. Як показують загальнодержавні опитування, розрив між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом настільки невеликий, що перемога в цьому штаті може стати ключем до Білого Дому. Мері Калина донька українських мігрантів. Її батьки приїхали до Саман Штат після Другої світової. У цьому штаті живе 120 тисяч американців українського походження, і це більше, ніж кількість людей, чиї голоси були вирішальними на двох попередніх виборах. Тож ми маємо потенціал бути дуже впливовими, каже вона. Хоча багато американців українського походження традиційно голосують консервативно, віддаючи перевагу республіканським кандидатам, Мері сподівається, що на виборах 5 листопада переможе Камалу Гарріс. Вона нагадує, що кандидатка від демократів обіцяла працювати над тим, щоб забезпечити перемогу України у цій війні. Від початку російського повномасштабного вторгнення США надали Україні понад 60 мільярдів доларів військової допомоги трохи більше, ніж усі європейські партнери. У Пенсильванії також живуть понад 700 тисяч американців польського походження. Зазвичай вони теж голосували за республіканців. Однак багато хто з них стурбований через російську агресію. У цьому штаті розрив між кандидатами такий незначний, що навіть кілька тисяч голосів можуть стати вирішальними. Я знаю багато людей, які голосували за республіканців усе своє життя, але тепер прийшли сюди підтримати Гарріс, каже учасник демонстрації Роман Страковський. Він родом із Києва. Його родина переїхала до США, коли він був дитиною. Я гадаю, дійсно є реальний ризик, що якщо оберуть Трампа, то підтримка України або повністю зникне, або буде значно скорочена, каже Роман. На запитання, наскільки важлива американська підтримка для України він відповідає це те, що допомагає Україні гідно тримати оборону і не пустити ворога у Київ. Але каже він потрібно більше. Від того, хто переможе на американських виборах, залежатиме, яким буде хід війни Росії проти України, але водночас ця війна відіграє суттєву роль у виборчих перегонах у США. Колишній президент Трамп заявляє, що може швидко покласти край війні і врегулювати конфлікт між Україною і Росією. Трамп не пояснював, як саме він досягне угоди, однак у Києві остерігаються, що таким чином країну змусять поступитись територіями. Те, що відбувається в Україні, це ганебно. Так багато смертей і руйнування, це жахливо. А потім ви бачите, що Сполучені Штати платять за більшу частину цього, казав Дональд Трамп. Попри те, що серед деяких східноєвропейських громад Пенсильванії Трамп не дуже популярний, не всі вони готові підтримати кандидата від демократів. Багато поляків підтримували Трампа раніше, і вони продовжуватимуть підтримувати його в майбутньому, каже Тімоті Кузьма. Лідер польсько-американської громадської групи. Я не думаю, що багато поляків вірять, що Трамп покине Україну, пояснює він. Я думаю, що Путін трохи боявся Трампа, додає Йоланта Гора, офіс менеджер в медичному офісі з округу Бакс на околиці Пенсильванії, і Трамп знає, як давати з ним раду. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна, та кожен фільтрує по різному прослухану інформацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!